Туру-туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О-о-о. Не тот пул совсем. Вот совсем не тот. И вообще все не то. Че, Энтони, что ли, брать? Получается, Энтони. Энтони, Энтони. Вообще хороший парень. Можно что-то с ним придумать. Быстро слить ранг, да вообще на изи. Минус ВТФ, минус ВТФ, минус ВТФ. Изи! Туру-ту-тум, туру-туру-ту-тум. Пуру-пу-пум, пуру-пуру-пу-пум. Так, у нас же есть, да, випом. Угу. Хочу ли удержать? Наверное, да, всегда, учитывая то, что он слабый сейчас. Ой, вообще душой надо гирокоптера ловить. Во, панда, приди. Ну, конечно! Просто 6 голды такие, да? Охренеть. Туру-ту-ту-туру-ту-ту. Сейчас придет, надо верить. Ну давайте смотреть, что будем верить. Там тоже кек уже на найтил. Но нам все равно, да? Вообще нам пох, мы отбитые, правильно? Да. Ну, пока что так. А чё ты сегодня сытный? А чё нет-то? Каппа прайд. Разве плохо? М? Надо разноображивать. Кек чё-то кекнул с найтов. Чё, это не нравится? Ты чё, охренела совсем там? Старым кажется. Это я потому что бороду не брею уже это. Сейчас бороду побрею. Снова буду молодым, как будто только вылез. Да ну, ну нет. Ну как так? Ну, ну это же хрень. Прррр. А, одобряешь, все, понял тогда. Не так тебя сначала понял, да? Это не хрень, это на этой, да я что-то устал сегодня на этах катать. О, кек усилился.
щит бы поднять, когда вот эта вот, подруга будет бить. Ладно, справилась. Элемчики. Вижу больше морфов, да, тут это хорошо, мне нравится, пойдет. Панда, будешь кричать? Кричи, как никогда не кричал, детка. Так, давайте еще раз. Ну, блин, ну тут обилки такие, что прям вообще. Хоть стой, хоть падай. Так, три эльфа без, с предметами, Фурион. Здесь я, похоже, проигрываю. Мессы мы, конечно, закинули, это здорово. Банки не кинули, плохо. Еще и больно, да, проиграем? Угу. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не хватает? Не знаю, зачем сделаю так. А кого мы пропустили? Вич-доктора? Нет, стой. Ну мы кого-то скипнули. Ладно, все. Накричался, хватит. Туру-туру-тум, пум-пуру-пуру-пум. Брюва там писалось? А где писалось? То есть... Ну ладно, неважно. Ай, жаль, ну ладно. Две голды скипнули. Да, да я что-то завозился с этим говном. Пять. Опять хочется что-нибудь продать? А нечего. Циверной бы тоже не хватало. Так, а кто там что вытаскивает? Здесь найтов отказались, пойдут в лейт. В рот мне ноги, укуси меня, енот. Как же это вкусно и приятно, и сладенько. Опять в эко не выходим, да? Ну, кого это волнует? Мне так нравится, это сильный стол для... 12 голды, это 2 эльфа. Класс. Ну, я уже сильнее, но не суть. Боже, раз... Мне нравятся вот это вот столы. Два приста и панда со снайпером. Два приста и панда, просто два приста. Еще нужен чувак с одним пристом и вообще без пристов. Кек на трех умах, две цемки, неплохо. То есть хороший левелинг, выход в лейт. Но выход в лейт этот контрится, да? И чувак, вылетишь и в конце? Ну да. И вот эта вот рыбалка с пристами, это особенное искусство. Так, мы кека кекнули. А кого-то жена убили, да. Ну это... Это лины. Лины могут. Enchanted, I'm sure.
Ту-ру-ту-ту. Ну, мы будем драться до конца, там, бла-бла-бла. Смотрим обилки. Легионка тем временем набивает дуэли. Это очень важно. Где он там сзади? Постой. Чего вытащил? Тролля. Неплохо. Ну, видите, рыбалка на престах окупилась. Ведь предметов вообще нету. Ну, естественно, да. Там что-то не ассасин, хантер. Ого. Вообще думаю, что я и так сейчас сильный, да? Ну так я все равно сделаю. Дуэли на легионке — это здорово. То есть я хочу 4 найта поставить побыстрее. Шесть, точнее. Это будет очень сильно. Но я тогда не смогу нормально ролить лун. Так, а что я хочу там банить? Ханто? Синов? Давайте синов забаним пока что. А там потом определимся. А то сины в каждом роли. Сюда. Вообще, я продаюсь в эко, вряд ли я хумов поставлю. Или поставлю. Дракон придет, поставлю на изи прям. Яба-даба-ду, Лексан оформляет подписку уровнем 1, а тот пользуется, оформляет подписку в течение трех... В течение 3 месяцев от серии подписка 2 месяца. Лексан, спасибо большое за поддержку. Лови жопик, жопиков енотих и килограмм сердечек, это все тебе. А, 5, 6, 7, 8, 9 не хватает. Окей, скипаем. Почему конь еще на стрике? Не пускают нас к нему? Он достаточно сильный, но я думаю, что нам уже по Е все равно. Не доигрываешь, да? Не доигрываю. Я вообще думаю, а так ли хороша эта луна? Может, реально бабка круче? Насколько высоко ты бы рейтил Dota авточес? Какое место в топе? Так. Ты был в рейтинге? А, не знаю, ну там... Что-то 60-е квины. Против эльфа же хороша фурионов заряжает. Мне лучше, чтобы бабка много урона в них давала. Вот роль, кстати, жестенько. Этот, кстати, тоже здесь бабка хороша. Луна топ ДПС. Не всегда этот топ ДПС хороший. МВ-6.
Уже в шестом, морякопчик. Мы, то есть, это плановый шестой, чтобы забрать свои бабки обратно. Ну, понятно. Ну, то есть, ты же знаешь, что такое енотье чутье? Вот так работает енотье чутье. Такие сиролы. Угу. Мне далеко уходить не стоит, если я лоу юнитов хочу наролить в левел. Наверное, это даже бабки отходят. Рано пока что. Угу, все норм. Это два Марса, уже тяжелее. По тройкам беда пока. Вот я и думаю, что делать, то есть. Ой, серьезно, Марса задушит, просто два Марса задушит. Или нет? Ну ладно, три юнита еще сильных живы. Ну, Марс вообще жестко. Учитывая, что она занерфлена в салат. Ну, кого это волнует? Есть шанс, что у нас ДК зайдет раньше Луны, и будем играть без нее. Да, это легионка нужна. Ну ладно, давайте пробудим Фриона и купим Абадона. Кек уже в левеле, 9 книжек. Но у него план найти second chance. Если он ее не находит, то он не успевает. А, нравится ли мне этот бан дальше мой? Я бы потом перебанил, да, и собрал двойки, но двойки у меня пока не собираются на воинов. У меня лаги и звук отстает на покупке юнитов или не только у меня, не знаю. У меня вроде не должно быть никаких задержек на звуке. Ой, как неохота без Луны играть, это правда. А вот трагедия сейчас может быть, да? Началась трагедия. Так, ну трагедия вселенского масштаба. Ты говоришь без лагов, а юниты с задержкой. Угу.
странно. Я потом посмотрю, конечно, это очень странно, такого не должно быть. Тролль, конечно, тащит, столько хп экономит, это жопа. ДК скипнул, ну, конечно, скипнул. Я не соберу то 2 ДК, а луна вот уже. И, то есть, если бы я подбирал его, у меня могли быть проблемы, а проблемы мне ни к чему. Блин, ну мне это все надо дораливать, но это 3 оф, 3 оф, 3 оф, 4 оф, 3 оф. До хрена оф. Легионку хочется распродать. Я думаю, что сейчас эльф... Боже! Два виспа. Это три оф Марсе. Жестко. А, я не буду троллей собирать точно здесь. Потому что я буду играть просто на этом. Мы 20-й подождать, естественно, подождать. Ой, хорошо, что Марса разбирают двое. Марса на магах, прикольно. У него магический урон, сумасшедший. Кажан, сожги их всех. Боже, у меня маг с Марса чуть не развалил. Did I try for torrents? Yes, I played few games before. Ну что, как вам такое? Триоф, 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 триоф. Мы в дерьме? Думаю, да. Лучше ли бан синов? Давайте подумаем. Ну, наверное, да. Ужасная игра. У Леги, кстати, достаточно много дуэлей. 100 дуэлей на 20-м. Ну, мы чуть-чуть усилились. Кек уже левелапнул. Получил он свой этот? Получил мультикаст. Вышел 8-й. Книжки отдал. Ну, такое себе. Но стрик мой сбить может, да? Хотя эту легионку теперь хрен пробьешь. Но я на этом раунде с предметами долго возился. Тут вообще не было вариантов роллов. Я хочу денег побольше накопить или что-то пришло. БМ леги. Да может и БМ. Криты тоже хорошо. Чуть-чуть еще денег подкопить. Все, хватит. Сейчас там будет трагедия продавать этого ВИЧ-доктора. Кому это надо? Плохо поставил эту. Похоже, нас пробивают тут.
Если вот это быстро пробьем, то гуд. Бей Марса, пожалуйста. Кстати, здесь ответка была бы круче. 100%. Убили, хорошо. Очень мало денег мне не хватит от тройки найти. И столько не будет сейчас два кожана в одном роли. Уже будет, если легионка будет в роли. От чего должен отказываться? В крайнем случае от луны в шестом ее тяжело найти. ГГ. Что-то не то убрал, да? Угу. Действительно, зачем нам легионка? Не хочу доролить. Тролля какой-нибудь найдем, да? Ну не какой-нибудь, нам нужен ВД конкретно. Один офф, два офф. Пойдет. У нее и так до хрена дуэли. Минута молчания в честь ВД. Я тоже поддерживаю чатик. Минута молчания в честь ВД. Он классный. Но его жертва была не напрасна. Кек в девятом. Что здесь будет? Ну вот это, наверное, самое не страшное, да, что мы можем, может против нас быть. Пойдет. Да два бабку бы нам. Да нам много чего нужно. Две легионки. Хочу ли я вытаскивать этот шмот? Нет, наверное. Я точно хочу собирать это дерьмо. Легионка здесь живет. Да здесь вообще все живут. Луну быстрее бы собрать, бабку, легионку и поехали. Зачем ты ВД продал? Судьба у него такая. Бедный ВД. Вообще очень... Ну, то есть гипер это супер круто, но я бы зарейтил высоко сейчас этот молоток. То есть он нужен в лейте. Волна как-нибудь сама придет упороться, в нее уже не будем. Нужен левелап ВД срочно. Не-не-не, теперь ВД не соберешь Т3, он обиделся. Понимаю его.
Я теперь чувствую, вообще никого собирать не буду. Я думаю, что МКБ это очень круто. Под Марса бы какие-нибудь ответочки. Не могу пока возвратку. Будет еще время на возвратку. Да теперь ФК сидеть. Да мы и так всю игру ФК сидим. Если по-честному. Я не знаю, что вы так любите Ассаульт Кирасу. Это предмет сейчас, который собирается супер просто, и он не крутой. Если тебя утешит, танк был на плюс один. Так, на Лего крышует эта подруга. Жалко сапога нету или блинка какого-то. Интересно. Почему найтов надо так расставлять? Если их не расставить, они слепаются и несколько секунд первые щиты стоят, ничего не делают. Просто стоят на месте. Мне это не подходит. БКБшку тоже, да, разбирать не хочу точно. Ну, по крайней мере, пока что. Здесь, конечно, пока супер слабо, но полная эко. 46 хп. Это ошибка. Это 3 Марса. Где моя ответка? Легионка 600 урона. МКБ. Наверное, это важно против эльфа сейчас. Ну да. Как реализовать зашедшего тролля? Думаю, что так не самый лучший вариант. Опа. Я хочу оставлять МКБ пока что. Сама пришла. Да, теперь МКБ не очень нужно. Ой, давайте вот так вот сделаем. И посмотрим, что у нас вообще возможно тут. Ну, Кираса вроде как неплохо. БКБ, наверное, твое. Держи точно, потом разберемся. Блин, отлично. Ну тут, конечно, игра ты подводишь. Это твое, это твое.
Дэмэдж фигня. Да вот так вот тебя пока положим. Че, шрауд брать? Не, у меня тут кор легионка точно. Ты просек, насколько моя на это сила. А, пул такой, старт такой. Что из этого могу собрать еще? Вот это, вот это. Кстати. А, кстати. Муншарт убрали? Нет. Муншарт можешь собрать. Но он собирается теперь вот из этих джавелинов. Сколько у нас экономики? 310. Не кисло, да? Перебани, кого перебанить? То есть... Кого мы ищем? Четверок каких-то забанить? Умов? Хантов? В бабке кольцо, кстати, да. Одно красное кольцо разделяет нас до БФ-ки. Мне нравится. Давайте, чатик, расспросите, перебанить, перебанить. Куманов, окей. Дракона мы собирать не будем, бабку будем. Лего мы собрали. Опа! Это очень хороший предмет. Enchanted, I'm sure. Ну, мы найдем же что-нибудь. Ответка. Че вот из этого же нам из этого собирается вот все. То есть это клака топовая шмотка. Вот и два тролль варлорда в девятом выстрел под элиткой. Неприятно. Возможно, нужно МКБ. А джорчик бы какой-то, да? Варлок нужен был. Ну нет, так нет. 35-й я тут точно что-нибудь продаю. Тролль без рапиры. Видимо, уже кто-то другой с рапирой. А, Хант с рапирой. Понятно. Бабки раз. Да продадим ее, если что. Божечки. Вообще нам нужен, наверное, мифик став, да? Или не нужен?
runes and spells I come. А чё никого не поставил? Там легионку надо пересобирать. Нужен ли мне гипер... Вообще надо муншарт ей давать и все, да? И Шиву. Не, подождите. А у меня и так, по-моему, есть, да? Все. Блин, ну мифик став я хочу взять. Я не знаю, зачем, но он мне нужен, да, Дим? Или не нужен? А зачем мне Тридент, если там нету дубликатов, то есть ни у кого? А что из этого мифик стафа, кстати, собирается? Давайте посмотрим. Кекс выглядит неплохо. Что-то к варлока не нашел никакого. Ты давай. Дай рапирку только мне. У меня как раз легион кислоты остались. Сюда. Сюда. Да ну нафиг. Ну давай ты тогда мне отдай. Ну ты же вложишь рапиру куда-нибудь, алло. В поисках некро, да? А чё, подожди, а чё, чё вот из этого собирается? Только бабочка? Блядь, зачем два БКБ? Не зажал рапирку хоть? Только не надо ее обратно ханту. Я тебя честно выбил, не давай ханту. А где моя рапира? Она ханту улетела, реально? А кому ха... Куда... Где рапира? Где моя рапира? Что дает...